3 августа в Бобруйске пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы горожан ответят специалисты исполкома, сотрудники районных администраций, госорганов, коммунальных служб. Звонки будут принимать в течение часа с 12 до 13.00. Телефоны для связи указаны на сайте горисполкома. В следующем месяце вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Увеличенные суммы будут действовать до конца октября. Также поднимут надбавки, повышения и доплаты белорусам старше 75 лет. Вырастут и пособия по уходу за инвалидом, первой группой либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. 2 августа в Бобруйске отметят День десантников и сил специальных операций. В программе возложения цветов к памятнику танку на могиле генерала Бахарова и братской могиле воинов Советской армии. Торжественное открытие архитектурной композиции у обелиска воинам-интернационалистам. Также запланирован праздничный концерт. Накануне вечером на перекрестке Минской и Октябрьской столкнулись две легковушки – «Тойота» и «Шкода». Из-за аварии движение на дороге замедлилось, на место происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции. Водители не пострадали. В драмтеатре пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого. Событие состоится повторно по многочисленным просьбам горожан. Зрителей готовы принять вечером 2 августа в программе «Песни, чтение стихов и свободный микрофон».